Для студентов колледжа Петропавловска проходит брейн-ринг под названием «Я патриот своей страны». Главная ее цель – воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности у обучающихся. Подробнее расскажет наш корреспондент. Где находится духовный центр тюрков, какие символы городов Казахстана и как называется национальная женская безрукавка? На эти и другие вопросы искали ответы участники интеллектуальной игры. Для участия приглашены студенты первого курса колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова, Петропавловский строительно-экономический и Высший Североказахстанский профессионально-педагогический колледж. В нашем колледже проводится сеть мероприятий, посвященных празднику Дню Республики. Наша задача – формирование казахстанцев, которые будут своим трудом, своим отношением, любовью к родине приносить пользу стране. В состязании собраны три команды, каждая из которых состоит из 6 человек во главе с капитаном. Эрик Чин, студент первого курса, учится на технике электрика. Патриот для меня – это тот человек, который желает своей стране всего наилучшего и всячески пытается развить ее. Я стремлюсь быть патриотом. В будущем я хочу стать лучшим в своем деле и внести вклад в развитие Казахстана. Победители и призеры будут награждены грамотами и ценными призами. Кроме того, в рамках празднования Дня Республики планируется провести турниры по географии, истории Казахстана, круглые столы и викторины. Камиля Хамидуллина, Султан Укенов, служба новостей.